Одиннадцатиклассники школы 3 вышли на линейку без волнения. Они сегодня на правах старших. Поздравить первоклассников, провести их в школу знаний. Ксюша отлично понимает волнение малышей, потому что помнит, как пришла сюда такой же первоклашкой. Думали, о, в школу пришли, какие мы взрослые выросли. А сейчас уже стоим. Последний год здесь. И в конце года, как и все выпускники города, этот 11 класс будет сдавать ЕГЭ в стенах родной школы. Но это будет потом. Сейчас поддержать тех, кто первый раз в первый класс. Поддержали первоклашек и взрослые. Игорь Гуреев отложил на время свои обязанности в городской думе, чтобы поздравить с новым учебным годом детей, родителей и учителей. Сегодня 1 сентября, которое объединяет нас всех вместе, учеников, учителей, родителей, это начало, наверное, самого прекрасного в жизни, когда начинаешь познавать новое, учиться читать, логически мыслить, с каждым годом взрослеть и становиться личностью. Ведь именно образование делает человека человеком и в дальнейшем позволяет жить не как можется, а как хочется. Я сегодня от всей души в лице директора школы Андрея Петровича поздравляю весь ваш коллектив и всех учеников с началом учебного года. Желаю всем учителям вдохновения и радости от плодотворного труда. Всем ученикам, безусловно, легкой учебы, трудолюбия и любознательности. А всем родителям терпения, еще раз терпения и гордости за своего ребенка. Всем крепкого здоровья, счастья и удачи. Игоря Геннадьевича поддержала его заместитель в Думе Наталья Иванова, директор информационно-методического центра, а также представила всем нового директора третьей школы Андрея Сенчева. Андрей Петрович обратился ко всем гостям праздника. Я желаю, чтобы вы буквально на следующий год стали гордостью нашей школы. Каждому из вас здоровья, успехов, удачи. Ну и как на торжественной линейке без песен? Сережки и Наташки, теперь вы первоклашки. И смотрим на приятелей вчерашних с высока. Они остались в садике, Марина, Саша, Ваня. Они еще не слышали школьного звонка. Они еще не слышали школьного звонка. А для этих ребят звонок уже прозвучал, и первые учителя повели их на первый урок. А там... Обалдеть! И шахматы! Обалденно! Эмоции детей зашкаливали от подарков корпорации ВСМПО «Ависма», и первоклашки смогут расставлять партии не только на уроках, но и дома. Как знать, может, среди нынешних семилеток уже растет будущий гроссмейстер.